первый день встречи в субботу атомщики после неудачной для себя первой четверти сумели вернуться в игру и к большому перерыву догнали гостей. Счет 31-32. Но уже третий период прошел под доминированием липчан. Гости выигрывали эту четверть с разницей в 22 очка. Итог игры первого дня – 96-64 в пользу Митсу Баскет. В воскресенье игра получилась более упорной. Первая половина завершилась в ничью – 43-43. Атомщики показали пример настойчивой и слаженной игры, что не раз заставляло понервничать представителей команды Митсу Баскет. Но опытные липчане все же довели дело до победы. 91-75. На такие игры тяжело все равно настроиться. Плюс, конечно, нужно как бы задачи выполнять. И я считаю, что не на настрой, он всегда плохо влияет на такой результат игры. Эта игра стала заключительным домашним матчем в первенстве для ЦСП «Динамо Росэнергоатом САЭС». Следующая встреча состоится в Брянске. Соперник, баскетбольный клуб «Брянск», занимает второе место в турнирной таблице. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.